Девчонки и мальчишки, всем еще раз привет. Сегодня я решила одним ударом убить двух зайцев и все-таки сделать обзор на долгожданную, долго я очень ждала, не то что как бы особо ждала, но очень долго шла посылка мне с сайта Sammy Dress, мне предложили сделать там заказ на 35 баксов, но в эти 35 баксов, в общем, вошла доставка и там получилось у меня меньше 30 долларов. В общем-то, это 900 рублей, в принципе, да, где-то так вот. В общем, заказала я всего 3 позиции, ну, на что уж мне хватило. Так, первое я вам покажу, это были вот, был комплект из серёг и колье. Вот такие вот сережки. Одна пришла абсолютно без колечка, и вот эта вот вторая половинка просто болталась. В общем, разочарование полное сразу как-то, ну, как можно вот посылать так на обзор. Ну, это китайцы. Вообще, я как бы, знаете, решила после вот этой посылки, уже точно как бы больше опыт не с китайскими магазинами, но очень много у меня разочарований. Хотя, в принципе, вот это колье, оно неплохо смотрится. Само по себе интересное. Ну, конечно, мелковатое. Вот если я его сейчас приложу к себе, вы поймете, да, что оно как бы не такое, как сейчас модно. Мелковатое. На рисунке оно как-то, мне казалось, будет большое. Хотя размеры там были, в принципе, да, такие вот небольшие написаны. Вот. Значит, здесь уже был брак, да. А следующее, что я заказала, это вот самая дорогая, наверное, была вещь. Это вот такая вот вечерняя сумка. Ну, я ее собиралась использовать как косметичку. А на картинке она была намного интереснее, чем сейчас. Ну, сейчас она вам покажется, может, интересной, потому что подсветка у меня. Но тоже мое разочарование, потому что у нее абсолютно не держится. Здесь вот застежка. Так, раз и все. Видите? Абсолютно. Вот так вот. В общем, ну, как вот можно вот так вот тоже посылать, когда, ну, тоже недоделки. Значит, у нее было две цепочки, одна короткая, другая длинная. Цепочки такие тоже примитивные, в общем-то. Но я думаю, что дома, как бы, как косметичку, я ее могу использовать. Ну, вот, может быть, муж мне как-то что-то здесь сделает, если вообще ее не доломает. Качество, как бы, вот из-за того, что застежка закрывается, уже не очень-то. И вообще, ну, как бы, ну, что вот, я не знаю, ну, что это за вечерняя сумочка, да, там, я не знаю. Очень мало места в ней. Она просто такая кукольная. Для девочки, для маленькой. Вот. Значит, и последнее, то, что я заказала. Я вообще не знаю, для чего я заказала. Это была просто моя блажь, можно сказать. Так, опять у меня затемнилось все. Это было вот такое вот кольцо. Посмотрите, да, вот я вам сразу покажу, чтобы вы поняли, что какое оно большое. Вот такое вот кольцо. В общем-то, когда я его заказывала, там даже не было размеров. И кольцо мне, конечно же, никуда не наладит. Кстати, сразу прошу прощения, если увидите у меня руки в сводчах. Это я недавно видео снимала. Вот такое вот огромнейшее кольцо. Ну, оно, конечно же, мне маленькое. Но я бы его, конечно, тоже не одела, потому что, ну, просто... Ну, просто несерьезно. Вот. Так, оно... Тоже жуткого качества, конечно. Половина у него какая-то черная такая уже, либо не покрыта этим золотым, либо уже как-то оно окислилось. Камушки пришиты, приклеены, то есть абы как. Вот здесь вот на крестике вообще одного стразика не хватает. Вот у самого основания. Ну, в общем-то, жуткого качества. Все так обработано грубо. Ну, тоже, короче, ну, Китай, он и в Африке Китай. Вот, в общем-то, весь обзор. Все, что я смогла заказать на эти 900 рублей. Вот сейчас сами подумайте, стоят ли эти вещи 900 рублей. Даже если, да, еще за доставку же платить, в общем-то, 35 баксов. Я считаю, что не стоят эти китайские шмотки. Так что вот это был весь мой обзор сайта Sammy Dress. Ничего мне там не хотелось заказывать, тем более одежду. Одежду я вообще бы их не одела. Сумки там не хочу дышать этим жутким, там непонятно каким клеем. Ну, в общем-то, была надежда на сумочку, но она меня тоже разочаровала. Так что это был весь мой обзор. Надеюсь, скоро увидимся.